Вот что разболтали медики, принимавшие роды детей Пугачевой. Беременность суррогатной мамы протекала хорошо, без осложнений, рассказал главврач клиники. Он же лично принимал роды. Роды состоялись в клиническом госпитале Лапина 18 сентября. Алла Борисовна присутствовала при родах, принимала очень активное участие. Детки родились на 35-й неделе беременности. Мальчик 2 кг 940 граммов, девочка чуть поменьше 2 кило 400 граммов. Для двойняшек это очень хорошие показатели. Алла Борисовна принимала очень активное участие в кормлении детишек, в пеленании, приезжала в госпиталь Лапина каждый день, беседовала с врачами. Персонал запомнил ее как очень заботливую маму. Все прошло очень хорошо, даже замечательно, говорит Юлия Юрьевна. В госпитале имеются все условия для безопасных родов, то есть процесс родов и послеродовый период прошел безо всяких осложнений. Дети после небольшого наблюдения, как это и полагается после родов, выписаны домой в совершенно удовлетворенном состоянии.